And greed. We hear all the time. Затем жадность. Мы все время слышим о том, что вожделение, жадность и гнев – это три пути, ведущих в ад. И необузданный ум усиливает вашу жадность. Что значит жадность? Я хочу больше, 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 больше. Can the senses ever be satisfied? Можно ли вообще удовлетворить чувства? Бали Махарадж received Vamandev, who had presented himself as a brahmachari, very warmly. Бали Махарадж очень тепло принял Ваманадева, который пришел в образе мальчика брахмачари. Бали Махарадж said, "I'm so fortunate. You have come to purify my house." Бали Махарадж сказал, мне очень повезло, что ты пришел, чтобы очистить весь наш род. Пожалуйста, скажи, могу ли я что-то предложить тебе? So Vamandev said, okay, want to give me something? I'm a Brahmin, just give me enough land. I can keep three footsteps. И Ваманадев сказал, ну хорошо, если ты хочешь мне что-то предложить, как брахману, то дай мне столько земли, где я могу сделать три шага. Бали Махарадж was shocked. He just wanted enough land, but three footsteps could be kept. Бали Махарадж был удивлен, что он просит всего земли на три шага. He said, you've come to a king. I can give you a whole planet. Why are you asking me for a few grains of rice? Ask me for more. Он сказал, ты пришел к царю. Я могу дать тебе целую планету. Почему ты так мало просишь? Почему просишь всего несколько зернышек риса? Проси большего. Then, Vamanadev said, you're offering me the whole planet. You want to offer me more gifts, but one who doesn't control his senses will never be satisfied, even if you give the whole planet. И Ваманадев ответил: Ты хочешь предложить мне планету, но тот, кто не обуздал свои чувства, не будет счастлив, даже если ему дать целую планету, он все равно будет недоволен. Everyone who has controlled his senses will be satisfied in any condition. Но человек, который обуздал свои чувства, будет доволен в любой ситуации. Prabhupada often gave the example of the Goswamis. Шрила Прабхупада часто приводил пример Госвами. How at one time they had unlimited opulence. В свое время у них было огромное богатство. When Rupa Goswami resigned from his government service, he had gold coins that filled the whole boat. Когда Рупа Госвами оставил службу у царя, у него было столько золотых монет, что ими наполнили целую лодку. Then when he went to Vrindavan, how did he live? By drinking madhukari. Но затем, когда они пришли во Вриндаван, как они жили? Они жили на подаяние, собирая мадукари. Just like a honeybee goes from flower to flower, just taking a tiny bit of honey. Мадукари – это подобно тому, как пчелы летают со цветка на цветок и понемногу собирают нектар с каждого цветка. Но Госвами были полностью удовлетворены. Рагхунатдас Госвами был сыном миллионера. Рагхунатдас Госвами был сыном миллионера. Totally satisfied when he renounced his wealth and went to Vrindavan. Но когда он отрекся от своего богатства и отправился во Вриндаван, он был полностью удовлетворен.